Здравствуйте. В продаже стали появляться клематисы, а до высадки в открытый грунт еще рано. Что делать, покупать или нет? Вообще есть смысл купить, потому что сейчас выбор клематисов самый большой. И потом, если вот появился вот такой росток, я расскажу вам, как сохранить это растение до высадки в грунт. Клематис переносит пересадку практически в любой стадии. И цветущие растения можно пересаживать, и молоденькие. Очень хорошо, если ваш саженец клематис находится в какой-то пластиковой таре, в каком-то сосуде. Это как раз будет называться закрытая корневая система. В этом случае вытаскиваем его из касочной упаковки, ставим в прохладное место для того, чтобы рост был, но он рос как можно меньше. Но, естественно, место должно быть непромерзаемым. Клематис – это лиана, поэтому обязательно приготовьте дополнительную опору, он будет тянуться, он будет расти. А дальше, когда минует угроза заморозков, высадим это растение в открытый грунт. Если вот при покупке такого горшочка нет, а корневищик клематис просто замотан в полиэтилен, тогда его сажаем. Сажаем в горшок. Горшок должен быть длинным, потому что корневая система клематиса растет как-то вниз. И все продолжает снова. Он укоренится, и продолжаем его выращивать на своем подоконнике. Еще раз повторю, сажайте в самое прохладное место, потому что он будет расти, но нам нужно все-таки сдержать этот рост. Иногда бывает так, что на подоконнике клематис появляются цветки. Обязательно их нужно оборвать, потому что у клематиса недостаточно освещения для того, чтобы он цвел. И все силы он отдаст на цветки, а сам погибнет. Сейчас вот рано, когда начинается только продажа клематисов, вы можете найти уникальные сорта, которые редко встречаются и которые бывают в продаже в небольших количествах. Поэтому не бойтесь, покупайте клематисы рано и выращивайте его дома. В принципе, клематис можно вырастить даже на балконе, если его посадить в горшок, который будет объемом литров 10. И он прекрасно будет расти на балконе. И даже можно его будет не высаживать в открытый грунт, оставить его там. Единственное, вам нужно будет обеспечить ему прохладную зимовку. Надеюсь, наши советы убедят вас, что покупать клематисы рано не страшно и помогут вам сохранить его до посадки.